Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Родина Ролиплей, Центральный округ. Муник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить муник при регистрации. Итак, сегодня у нас будет очень даже необычная серия, даже я бы сказал важная серия, потому что я долго об этом думал и решил записать вот такую серичку. Кстати, да, я снимаю сразу же после предыдущей серии. Почему? Посмотрите в предыдущей серии и поймете, как бы, потому что в каждой серии об этом рассказывать я это не особо хочу, поэтому посмотрите две последние серии по Родине, и все поймете. Ну и поймете, почему у меня такой заниженный, блядь, Porsche Bepan просто, да? Так, там нету РВС машин. Итак, в чем дело, пацаны? Я не знаю, как я видео назвал, но так, я отходил горло побрызгать. Почему, пацаны, у меня горло болит, можете узнать в предыдущих сериях, повторюсь. Так, я серьезно задумался тем, чтобы поднять Фому на Родине, потому что я ей давно не занимался, и у нас даже квартиры семьи нет. И я очень хочу, чтобы у нас была семейная квартира. У нас сейчас есть очки, смотрите, у нас есть 10696 очков. А все квартиры возле казино выкуплены, понимаете? Есть только элитные вот эти квартиры за 15 тысяч очков. То есть, ну, грубо говоря, нам нужно 4 тысячи очков. Поэтому я не знаю, что делать. Либо делать стримы, пацаны, либо чтобы вы мне в ВК писали, я заходил и принимал вас. Принимаю просто с любого уровня. Только зарегались, все равно вас принимаю, пацаны. Нужна реально ваша помощь просто. И либо стрим можно замутить будет. И я буду на вокзале вас ждать и принимать. Поэтому пишите в комментариях, как лучше. Чтобы вы мне в ВК писали, либо чтобы я стрим проводил там раз в неделю. Просто я очень хочу семейную квартиру, пацаны. Поэтому нужна ваша помощь, чтобы как бы очки заработать с тем, что вы играете. Ну, то в семье те играют, и за счет этого каждый пайдей даются очки. И поэтому нужна очень ваша помощь, чтобы и вы ко мне вступали в семью, ну, в нашу семью, получается, и зарабатывали мы эти очки. Либо можно сделать, знаете как, купить просто очки вот эти. Но понимаете, 500 очков репутации стоит 5 миллионов. То есть, чтобы нам купить квартиру, нам нужно потратить около, получается, сейчас вам скажу, так, 10, 20, 30. Ну, где-то 35 миллионов, короче, там нужно будет потратить, может, даже больше. Где-то, да, 35 миллионов нужно будет потратить. Поэтому это не вариант, потому что у меня таких денег нету. Продавать что-то тоже особо не хочется, потому что, ну, блин, я очень много задонил на Родину, и, блин, мне как-то жалко будет это продавать и так далее. И тем более, блин, проще, понимаете, вашу помощь, чтобы была, как бы, чтобы просто вы вступали в семью, играли, я буду вам помогать, как бы, да. Если что, вводите моник при регистрации, кстати, когда вы отыграете... Ну, прокачайтесь до, там, 3-го или 5-го уровня, мне 250 тысяч капнет, и я вам их дам, в принципе. Я такого не делал, да, я, конечно, охренел, что я деньги не даю тем, кто на мой ник регается, но, пацаны, все будет заебись. Как бы у меня есть деньги, лям 300, как бы я буду вам давать по 50 тысяч, не всем, ну, сколько смогу, столько дам, как бы. Поэтому нужна реально ваша помощь, чтобы вы заходили на сервер, когда я стримлю, и вступали в нашу семью, либо писали мне в ВК, и я вас принимал, как бы. Поэтому вся надежда именно на вас. Давайте съездим. Я думаю, в, получается, Кремлю, там квартиры эти находятся элитные. И посмотрим, есть ли вообще там еще свободные. Я просто серьезно не знаю. Я не ездил, не проверял. Но я точно знаю, что они стоят 15 тысяч репутации. Поэтому я думаю, очень было бы круто, чтобы у нас была такая элитная квартира. Тем более, там можно всякие плюшки покупать и так далее. Поэтому, пацаны, реально нужна именно ваша помощь. Без вас просто никак, вы сами понимаете. Поэтому надеюсь на вашу отзывчивость. Все, давайте доедем. Я думаю, куда мы поедем? Я не знаю. Давайте на Росту поедем. Через Арзамас будет побыстрее доехать до Кремля, чтобы посмотреть квартирки. Как вы видите, сейчас давайте я вам покажу всю инфу про семью. В семье как бы у нас получается 77 человек. Ну, это вообще ни о чем, потому что, наверное, 70 из них не играют, потому что я очень давно делал наборы, прям очень давно, просто, блять, ну, наверное, год назад, если не больше, серьезно. Поэтому нужно поднимать Фому с колен, так сказать, с коленей, ну, вы поняли, короче, и просто добить эти очки и купить квартиру. И будем там жить, там есть всякие плюшки, прибамбасы. Сейчас пойдем посмотрим, может, и интерьер могу вам показать, который там. Да, далеко, типа, в этом аж в Кремле, но зато, блин, у вас будет жилье. Там можно, по-моему, покупать еще семейные машины, поэтому, блин, это будет очень круто. Я надеюсь реально на вашу помощь. Так, короче, вот написал подписчик, чтобы я его забрал. Он написал мне ку, Кирилл видосик, написал куда видео. Так, и скорее всего это МГ, пацаны, извиняйте, заберешь меня откуда? Я твой модер на ютубе, ферма, окей, жду, еду, так, еду, все, так, не врубай телефон, просто у меня телефон был выключен. Так, стоп, что он еще написал, давайте чекнем. Так, короче, меня в итоге крашнуло, когда я начал подъезжать к квартирам. Там немного, минуты две, наверное, просто не смог я возродить, так сказать, потому что меня крашнуло и немного записи похерилось. Ну, там записалось, ну, нормально там записалось, короче, я подписчика встретил, ну, забрал, точнее, как я переписывался с ним, он меня сейчас там ждет, я ему написал, то меня крашнуло. Решил полететь на Маврике, чтобы, блядь, 3 часа не объезжать всю эту балду. Так, сейчас посмотрим эти квартирки и вообще какие там фишки есть. Я просто, ну, в это не вникал никогда, поэтому давайте, опачки.
приземляемся и посмотрим, что там есть. Все, отлично, погнали. Так, чувак какой-то другой семье, конечно. Обидненько, что подписчик другой. Да, именно так надо меня встречать, конечно. Ладно, пошлите, глянем, короче. Но он говорил, что тут много квартир есть, давайте посмотрим, я думаю. Ну, понятно, что здесь выкуплено. Давайте здесь посмотрим. Так, куплено. Вот, видите, 15 тысяч репутации, это все стоит дело, поэтому нам нужно... А, ну, я смогу зайти туда? Стоп, нет. Ладно, давайте попробуем сюда зайти, тоже закрыто. Вот, давайте сюда зайдем, посмотрим просто интерьер. Это чужая семья, но я просто интерьер вам покажу. Видите, здесь можно бронежилет будет брать, пацаны, это ж охуенно будет. Реально, просто все зависит только от вас. Аптечка здесь будет, потом влияние на организации какие-то будут, в принципе. Ну, блин, я думаю, это очень будет круто. Как бы еще тачки, может, семейный купим. Либо нельзя здесь, я точно не знаю. Короче, что-то придумаю. Так, давайте я спущусь вниз, гляну. Так, ну здесь, в принципе, все куплено внизу, а в первом крыле есть свободный. Так, информация для семей. Так, топ развитая семья, понятно. Топ информация для семьи. Каждый участник семьи будет приносить по 1 XP каждый payday. При повышении уровня участника семьи, будут прибавляться очки опыта. Как повысить репутацию? Угу. Ну, понятно, короче. Я не знаю, здесь можно ли машины будут покупать. Так, он моя семья в топах. Круто, круто. Ну что ж, пацаны, я думаю, в принципе, все поняли. Как бы бабок не нужно никаких. Просто нужно, чтобы вы играли. Просто, чтобы вы вступили в ФОМУ и вы играли. У нас просто все улучшения, кроме бани. Понятно. Понятно, блин, я просто семьей. Может, я у меня тоже был, уже была топовая семья, но просто я не занимался, как бы. А сейчас уже поздно заниматься. Не, ну не поздно, блин. Я просто уже поздно кинулся, потому что уже, блин, 90% людей, какие у нас в семье, они не играют вообще. Поэтому нужно набирать новых людей, которые играют, тем более выходные сейчас. Скорее всего, наверное, запущу стрим. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Надеюсь на вашу поддержку, на ваше понимание. Поэтому, кто хочет семью на родина, ролиплей, центральный округ, пишите мне в ВК. Приму любого просто. Приму любого с любого уровня. Только зарегались, тоже приму. Все, всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city, she was from the outside, I was from the